что там, оператор, картина маслом? Угу. Ты что, новенький, девственный, елки-палки, 10-литровый. Мама дорогая. Сегодня проверим, насколько хватит, сколько нас трое, плюс трое, 6 взрослых и один ребенок. Какой, ну, если хватит на семерых, что? Какой ребенок? Ты Миланию считаешь? Да. А-а-а. Там мы такой борщ приготовим, что он, смотри, она уже просит. Миланя, будет тебе вкусно, музыкальный ты мяу наш человек. Говорит. А? Мяу, берите. Друзья, всем привет, с вами я, Скрип Иван. Привет, мои хорошие. Эх, ты, друзьяки, Марат Джан. Всем салом. Вот то, что мы хотели, мы сегодня сделаем. Казанчик, еще там никто не толапался, кроме нашего вкусного молодого борща. Мы купили сегодня все. Ай, даже говорить не буду. Короче. Молоденькое. Молоденькое такое, что просто даже не хочется чистить его. Посмотри, короче, сейчас все покажем. Я что хотел сказать? Эх ты. Проверим. Если хватит, допустим, на 7 человек, тогда я не буду звонить в Афганский казан. А если не хватит, тогда я позвоню. Номер все знают. И что-нибудь такое договорюсь литров на 30. На 50 у нас есть, на 10 есть. А может, надо на 30. Понял? Золотая середина. Хотя, что, объем... На хорошую большую семью, да? Объемы растут, сейчас мы... Ребята, у нас такое счастье, короче, уже потихонечку. Похоже на какую-то красоту, вы сейчас увидите и поймете. Мама дорогая, прямо именно тюнингованный, красный будет. Ты что, эх ты, я поджигаю, Марат, мы начинаем. Давай. Будет все быстро и вкусно. Я что хотел сказать, вот та книга, в которой, которую всовывают вовнутрь людям, рецепты, их там, мама дорогая, сколько? Ребята, но там нет красного борща в этом рецепте, так что мы... В коллекцию той книги сегодня сбацаем рецепт. Эх ты! Понесла. Сегодня все как на природе. Катюня. Огурчики там зацвели, елки-палки. Укропчик пробивается. Дынька зацвела. Дерево потихонечку, еще какая-то неделька. И альбиция здесь делает такую красоту. Жасмин зацвел, только не пахнет почему-то. Видно, не жасмин. А может еще, может он вечером пахнет только? Что? Я за твое вот это вот, елки-палки. Может, ты не так внюхала его? Как это жасмин может не пахнуть? Ну, откуда я знаю, не пахнет. Вот Олина розочка. Оля, смотрите, какая красота. Ты поджигай, Сережа. Хорошо, ты снимай, я тебе не отвлекаю. Вот сакура. Моя драгоценная вместе с мятой приехала, вместе с мятой растет. Пора косить уже. Что, Сереж, я тебе мешаю, отвлекаю? Ты так прям замолчал? У нас сегодня видео за рецепт. Хорошо. Ну, если хочешь аккуратненько, пусть там, когда уже казанчик свистит, тебе нечего будет делать, пойдешь покажешь. Что ты меня сразу сбиваешь, с самого старта ты меня сбиваешь. А вдруг борщ не получится, что? Мне надо с ними обсуждать, работать, считать, понимаешь, как это мне нечего делать. А тебе тут, может быть, нечего делать. Хорошо, людям это зачем? А я... Ну, головняк твоего головного мозга, зачем это надо? Давай снимем доброе, теплое видео, как обычно, за вкусный рецепт, ну и краем глаза ты что-то покажешь. А вот эти диалоги, короче, это у всех такое хватает, у кого есть стройка. Поняла меня? Еще раз говорю. Угу. Смотри мне. А, слышишь, я уже пока собрался, уже ветер помогает мне разжигать. Прислали такой распаливач. Где он? Такая банка с ручкой. То стартер называется. Лежит на работе, ждет, когда мы с Маратом будем шашлыки А-а-а. Готовить. Марат, Джан, выбирай, слышишь? Что ты будешь делать? На зелень поливать? Или картошку молодую чистить? Он ребенка нянчит, понятно? Можно я с Миланей поиграю? Ладно, играйся. Тихо. Не, что у меня уже костер заводится. Давай, короче, мы еще... Ребята, сразу рассказываю, как готовится борщ. Пипец, какая красивая. В афганском казане. Сначала на закрытой крышке мы приготовим шикарный, замечательный бульон. Потом откроем, и все будет быстрее быстрого. Ляп. Пойду что? Мясо пока резану. А что ты? Давай вместе. Идем, ага. Смотри, у нас беседка, елки-палки. Эй, дочь, можешь идти, все нормально, мы договорились. Короче, Марат, Джан, посмотри, короче, на эту сарпанджу. Сарпанджа опять забыла. Что? Сарпанджа это грудинку, что? Грудинку он так называет. Это не я, это Гафур так сказал, я запомнил. Канал Хлеб-соль, ты что, уважаемый человек? Ай-яй-яй. Ну что, это не прелесть? У Марата кусочек мякоти, вот у так, меня косточки. Марат, это афганский казан. Даже если ты кинешь целый кусок, через 15 минут у тебя уже будет тушенка. Чтобы порционно было, правильно? Правильно, чтобы в тарелке было и красиво. Чуть-чуть, может, покрупнее, чтобы было именно вкусно, сочно, мощно. Сегодня будем, у нас сегодня Паша в гостях. Уважаемый человек. В Одессе многие его знают. О, Господи, боже. Ребята, извините, я не думал, что так громко. Пыль полетела, слышишь? Тут прямо... Как будто бы ты пукнул. Прямо эхо.
Сережка, может, ну, это ты на самом деле? Подожди, там... стола у нас еще нет, елки-палки, все будет. Пока вот так вот, как это, из подножного материала готовим. Маратик, я с мясом не переборщил, родненький, а? Ну, нормально. А давай сделаем так, как ты дома варишь. Да. Маратик, подожди, не говори, давай сделаем, как у тебя дома, правильно? Интрига. Интрига, пусть люди дождутся. Короче, я несу казан, сейчас зальем водой, костер что? Эх ты, дым пошел, процесс идет. Капуста молодая, буряк молодой, перец молодой, все молодое. Миланя песни поет, побежал. И Миланя песенки поет, моя ты девочка. Слышь, там же такая качеля, ты видел, Марат? Мы ее купили для детей, но можно и тебя там аккуратненько тоже поталапать. Я с удовольствием. Так. Так, одну лук. Закидывай мясо, готовь лучок. Ох, сегодня борщ богатейший будет. Ребята, это просто... Тут уже аккуратненько пол казана. Но все будет нормально, вот все поместится по любасу. Что? Цибуля тоже молодая. Посмотри, просто нежная-нежная. Такую можно губами чистить, а ты прямо ножом накинулся. Что, кидай и хватит? Ну идем туда, потому что там вода. Катюня. Морковочку тоже еще не забыли. Давай. Сюда ты полощи. Угу. Все. Бать. А я пока так. Заливаю водой. Ого, у тебя тут... Все условия. Система. А что ты думала? А где та новая лейка, которую ты выпросил? О, да, Марат. Это как это? Как-то маленькая называется? Шо-шо? Маленькая морковка как называется? Кератин. Нет. Ты как-то ее назвал там. То шантане. А, вот. Это порода такая на базаре продается? Шантане? Шантане. Ай, картина маслом. Марат, добавляй морковочку. Так, 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 так. Все. Правильно? Да. Ух ты шо. Слышь, прямо гуляш, елки-палки. Каплю соли. Иди капай. А я пока тут устанавливаю. Ох, у меня, смотри, Катюня. А? Смотри, уже капнул и уже шкварчит. Ты шо, ты шо? О, ровненько. Газ-плита, комфорочка тефалевская. Миланюшка, идем, я тебе покажу. Девочка папина, пошли. Ты хочешь смотреть, скажи, оставили меня здесь. И ничего не показывают. Серега, еще водички чуть-чуть я бы добавил. Давай, Марат, у нас тут... Еще сантиметр спокойно. Шланг такой, что... Все. Бегай не хочу. Марат, как вам тут условия, нравятся? Так, на природе нету лучше ничего вообще, чем готовить. Ничего. В Архимусе тоже как будто бы на природе. И аппетит нагуливается, и все прекрасно. Так. Закрыли, клапана спустили. Давай, оставляй эту соль. А на, я тебе золото дам. Покажем шо? Там, что ребята делают. Да покажем, пусть сейчас насчет этот. А что оно? Вот, я как раз за это хотел сказать. Сейчас, пока она там будет себя булькать, заведется, потом 10 минут там мясо пошипит. Угу. И у нас будет время показать. И огород там хочешь покажи, кому интересно. Ну, только если ты со мной пойдешь гулять по огороду. Это вот. С тобой свидание. Взял. Перехватил. А что ж ты замурзанная такая вся в печеньке? Ничего, скажи, не трогай меня. А ты тоже, мама, куда смотришь? В камеру. А, уже закрываешь, да? Прокладку поставил. Марат. Ой, Марат, да, мне смешно стало, как вы его спросили. Я единственное, что не взял, камера, мотор, дубль кадр. Следующее действие. Так, что, нам есть что делать? Да, я чищу, короче, эту штуку. Эх, ты. А я? Такой холодный, как айсберг в океане, и все твои. Ах ты. Начинаю, оно, ага. А ты, Катюня, найди себе занятие. Марат, что прямо целую будем кидать? Не, ну крупную... Да чего ты, ёшкин кот, ну что, знаешь, как удобненько, ёлки-моделки. Сейчас пока я тут всю перелохмачу.
А мы сегодня были на базаре, я профукал, короче, стоит мужчина, гоняет, понял? Да, да, такая простая, нехитрая. Это кидаешь туда картошку, он крутишь-крутишь, и потом получается чисто. Я думала, они кофе мелят такой большой кофемолкой. Я спрашиваю его, что это такое? А я ее подшутил, говорю, масло взбивает, сепаратор. Так у нас в армии была такая машина специальная для очистки картошки. Но она никогда не работала. Потому что все руками. Когда генералы с проверкой приезжали, ее включали. Все руками делали. Два наряда вне очереди. Так это называлось. Чистить да. Картошку. Скажи мне, что мы бурячок. Почистим на терочку и обжарим аккуратненько. Молоденький. Подварим даже. Ладно, подтушим. Эх, Сережка. Шо, Катюшка? Как оно тут тебе присядет? Вообще великолепно. Я бы уже не уезжал бы отсюда. Молоденький буряк. Ребята, варить не надо. Сладкий. Можно просто так кушать. Просто обалдеть. Ой, красиво, ой, красиво. Оператора, не остановите, она в поисках шикарных кадров. Не свистит, Катюша, иди сюда. Нет, еще не свистит. Так, Маратик, я включаю. Угу. О, слышишь, у нас походный вариант со всех сторон. Вот так вот. Капельку масочка. Шикардос. Все, ты шо? Сейчас дам понюхать, обалдеешь. Елки ты, палки, ты шо прямо? Он за ним прям охотился сегодня. Макухой, я чуть-чуть. Давай выгребаю так вот, потом я его поставлю, потому что что? Штука неустойчивая. Марат, это только два бурячка ты влупил, да? Три. Три, красава. А я говорил, давай пять. Не, не хочешь? Чтобы был мощный, чтобы стояла ложка и там все стояло. Казанчик маленький, к сожалению. Я бы 10 влупил. Маратик, это он с виду такой, там 10 литров. Все нормально. А выглядит, как будто бы игрушечный. Нет. Все, вы пока тут ничего не делаете или что-нибудь делаете, а я поехал быстренько сюда на базар метнусь, возьму то, что надо. Сахар, томат-пасту, лимон. И, если будет вкусный, то помидор. Короче, эх ты, понеслась. Ру-ру-ру-ху! Марат Джан, слышишь? Пыхтит. Первая булечка в этом казане случилась. А какой я быстрый, хотел сказать, олень, но нет. Уже метнулся на базар, привез то, что олененочек надо. Олененочек мой. Козленочек. Марат, все, ты нашутилась уже? Да. Ну, хватит уже. Ага. Марат, Джан, засекай. А, часы у меня, елки-палки. Ровно без пяти фо. Все, шикардос, шикардос. Идем, там уже Марат почти все отжарил. Эх ты. Эх, я. Короче, лимончик, помидорчик, брат. А это, посмотри, я сейчас помою, будем кушать. Марат, ты посмотри на эти яблоки. Катюня, дай передать. Мама дорогая, сейчас полосну и будем кушать. Ай. Что, размер какой яблок? Да размер именно то, что надо закусывать, аж прямо хочется. Эх ты. Это мы сегодня были на Киевском. Я когда-то привыкну к этим шуткам или нет, елки-палки. Я кайфую. Она, понимаешь, после этого вскрытия посылки. Ага. Сама не своя. Прям шальная, елки-палки. Так, томат, паста есть, помидоры есть, лимон. Марат, да, я покажу, посмотри. Так, Атюня, запоминай. Лайфхаки. А как же косточки, Марат? Как же косточки? Нет, я вытащил, Катенька. Почти. Так хватит уже людей троллить. Ну даже если попадет, мы же не... А поговорите, блин, елки-палки. Это же живьем. Где вот эта лопатка, чтобы тебе оно, блин... А мне оно не мешает. Даже, ладно, чтобы мы не икали за то, что ты постоянно. Вот туда пусть валяется. Все. Чтобы свекла... Бурячок у нас сохранил цвет. Чуть-чуть сахарку. И минут 20-30 булькаем. Давай. Ровно столько, сколько будет вариться у нас бульон. Домовилась. Катюня. Что, Сережка? Тут дожди у нас шли там 3 дня подряд. Такая почва, просто шикардос. Что ж не хочется поливать? Но поливать-то мне хочется, я буду поливать вот это все. Вот мне не нравится, что ты так на полу поливаешь. Я бы хотела, чтобы ты это в раковине делал. И чтобы это куда-то стекало. Смотри. Раковины нет. Смотри, для тебя стараюсь. Угу. Чисто? Да.
Ну. Ой, как красиво. Лови. О, Марат, закипело, зашипело. Давай, давай, давай. Слышишь, я хотел взять самую красивую, но я понимаю, что тут куда ни ткни, вот это да. Вот. Ты что ты выбираешь, она а вся... А я с попкой оборванной. Маратджан, эй, на, родненький, тебе 4, мне 2. По-братски. Ребята, ваше здоровье. Марат. И красивая, и сладкая. Вкуснятина. Как редко бывает. Сейчас в Одессе на базаре только так и бывает. Уже сезон-сезонище. Ой, как красиво. Пошли. Я что хотел сказать? Пошли. Это же где такое видано, чтоб клубнику за 4 раза не съешь? Угу. Понимаешь? Что? Я не про твой рот. Я просто говорю про нормальное. Да я одну съела. Как ты это сделала? Ты видела? Как? Хлобысь и нету. Сереж, там и так пишут, что я кусок сала в комментариях. Не, ну к борщу сегодня пригодишься. На, девочка моя. Тебе и твоей диете. Ай-яй-яй-яй-яй. А картошку как я помыл. Ну это ж талант. Ну это талант, ребята. Я пропустил этот момент, я бы поржал. С таланта или что? Нет. Сало. Блин! Хотя ветер в ту сторону, но здесь пахнет уже бульоном, настоящим, замечательным бульоном. Так, что по времени? 5 минут прошло. Катюня, у нас еще есть 10. Вот теперь идем, покажем. Ребята, порадуйтесь вместе с нами. Не, я оставлю контакт. На самом деле, Боженька послал замечательных людей. Люди, профессионалы, они уже лет сколько? 15-18, да? Вот просто занимаются сантехникой и все, что с этим связано. Идем, это серьезный разговор. Рекомендация. А куда ты пошел? Не, мы их давно уже знаем. А, через гараж. Да, мы уже давно знаем этих. Это Паша и команда, эти три человека. Только делают Паша сейчас так... куда-то поехал? Ну, дела у человека. Короче, делаю так, что за них не стыдно. Вот на самом деле. А что, ты можешь кому пригодиться? Вот все, что мы рекомендуем на канале, оставляем цифры. Люди приходят нам в ресторан кушать карася, говорят, ребята, вот дуже дякую. В ближайшие 2 недели пусть не звонят. Пусть ребята доделают работу. Тут что-то отматывается. Ого, какая у них, слушай, история есть. Нифига себе. Да? Автоматизированная моталка? Катюша, мне срочно надо вот такая штука, шланг наматывать для полива. Попроси у них. Ты посмотри, как красиво в этом гараже, Ваня. Чтоб у тебя руки не болели, ё-моё. Ну, заходи, не стесняйся. Да подожди, а я не знаю, поэтому же нельзя ходить. Можно, ходить сказали, между? Ну ходи лучше между, но ходить можно. Давай. По шлангу можно ходить? Проходи, Сережа. Можно, я только что была у них. Ты если так ведешь, мне уже стыдно с тобой на люди показываться. Иди сама, как будто бы я тебя не знаю. Как это собака? Ты говоришь, что я собака? Я говорю, иди сама. Ты лошадка, собаку на себя не натягивай. Я говорю, иди сама. Ага. Не-не, у нас очень мягкая обувь. Блин, как красиво, боже мой. Скажи, а может не будем этот штукатурить? Ну так красивее. Жидким стеклом залил, и красиво ты. Что, ни у кого такого пола нет, Катюня? Посмотри со стороны, как это выглядит. Обалдеть! Ты что? А вот туда, те, кто не знал, а мы такие, что мы не знали. Спасибо ребятам, нам подсказали. Угу. Мы хотели вот туда под окно еще и батарею сделать. А ребята приходят, вы что, говорит, угорелые? С такой площадью, теплого пола, батареи в принципе не нужны. Так они туда слава богу, что мы не положили. Ну да, да, да. Пленочку в 2 слоя, понимаешь? Я за другое. Всего. Слава богу, что мы не наделали лишнего. Мы же с тобой еще те строители. Не без этого. Прорабом пойдешь. Как ты там говоришь? Бросаю карасей, в прорабы пойду. Не, в прорабы не пойду. Лучше я до карасей вернусь. Шо? Ну все показала и хватит. Зачем это людям надо? Пошли больше той. Ты шо? Потом будет красивее, еще покажем. Елки ты палки. Там продырявили. Где продырявили? Эх ты. А, ну да. Ну, видишь, он один единый. Я думал, что это надо как-то этот, а на самом деле... А вон смотри вдоль стенки, что это такое? Прокладка. Это когда стяжку будут заливать, чтобы все было правильно. Да? Угу. Потом ее вытянут? Слушай, сколько мелочей на самом деле надо знать, чтобы это потом тебя через месяц или полгода не беспокоило. Вот так вот сделал и забыл на долгие годы. Ой, Катюшка.
Прямо 7.40 просится, елки-палки, ты пишешь именно Агитин паровоз. Это точно. 7.40 вам приедет, 7.40 вам приедет. Ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-лай. Эй! Он выйдет из вагона и двинет вдоль перрона. На голове его роскошный котелок. В больших глазах сведенных на восток горит одесский огонек. Та-ра-та-та-та-та. Это Канкан, другая песня. Так, Марат, Джан, шо? Процесс идет, все нормально, да? Угу. Катюня, у тебя еще есть 5 минут. Я пойду по делам. По каким делам? Иди покажи, как помидоры цветут людям. О, огурцы, Марат, после дождей как зацепились. Просто шо, гадюки не остановить. Ну, огурчиков нет, но скоро будут. Ты с Израиля вернешься уже, короче, этот. Салат таки вам обещанный будет, салатик, Марат. Салатик будет, все нормально. Та, я буду что-то сегодня делать или нет? Пошли, или только... давайте, покажешь цветочки и будешь что-то делать. Пионы мои, правда, все полегли. Это вот... А что ты жжешь, я не могу потому что ты сильно радовалась и долго ждала. Короче, ребята, пошли дожди, пока сюда мы не ездили. Они расцвели и аккуратненько нагнулись. Подвязывать ну, посмотри, надо, какой... Сергей. Ну, надо было, подвязать надо было какие-то вот колечки, ободочки. Я приехала ты шо, вчера, шплакала. Пион по пояс. Ой-ой-ой. Красота. Смотри на эти огурцы. Ай, сочные, мощные. Так, один не туда лег. Да? Да, но это надо направлять. Пусть еще немножечко, чуть-чуть длину вот так вот возьмет. И он усиками зацепится. О, вот так вот. А ты... Красавец. Не поломай. Катюша. Что, Сережа? У меня все нормально с руками. Ты... Мне так стыдно. Слушай, вот это я, вот бывает я, за, как никто, за тебя. Я как ты... никто другой знаю, что у тебя с руками, Сережа. А зачем же ты мне это вот подсказываешь? Ну, такая вот моя участь женская. Постоянно трындеть и ворнякать? Женщины меня поймут. Женщина любимая, поймут. Самая болтливая. О, видишь? Самая любимая. Это Катя у меня. Дождь и начинается. Кстати, опять дождь, четвертый день подряд. Спасибо. Вот это да. Оно ж все прет, малина прет. Ты посмотри, прямо прет, прет и прет. А вот тут чесночок пробивается. Катюня, чесночок я вижу молоденький. Ты скажи мне, полоть уже ты пора. Всегда хотела, чтобы я тебя научил. Да. Я тебе сейчас покажу, а дальше будешь сама делать. Посынковать, знаешь, что такое? Ну, ты мне вчера рассказывал. Вот, иди, я тебе покажу. Давай. Может, кто не знал, так еще и узнает. Смотри. Ага. Видишь? Основной стебель. Листик, основной стебель. Да. Вот тут между него растет вот этот вот пасынок. Конкурент. Он не нужен. А и что, вот это вот сверху должно идти? Не нужно. И вот это вот не нужно. Только сверху должно? И вот это вот не нужно. Да, да, да. Чтоб ты, если ты хочешь, чтобы у тебя всякие здоровые. Вот они здоровые они не дадут и бестолковые. Не. Вот так вот. А цветочки вот зарождаются уже вот здесь вот. Угу. И тут будут помидоры, помидоры, помидорище. И вот это надо ходить постоянно, это называется пасынковать. И что, я вот тут увидела тоже тлю, и что делать? Как же быть? Обрабатывать. А чем? Органикой. Подождать, когда закончатся дожди. И где тут пасынки, хоть убей, не понимаю. Вот ты тоже мне. Ну иди покажи мне. Вот а говорила, отличница, покажи. Отличница. Я думал, вот ты все на ходу. Вот это? Я уже на том обработал. На этом обработал? Да. Ну дай мне, я буду смотреть и видеть своими глазами. Где тут пасынок? Вот, смотри, иди сюда. Вот так вот, стань аккуратненько с этой стороны. Смотри, видишь? Ага. Листик. Листик. Ствол основной между ними. Да. Хлобысь. Ага. Вот это тоже надо убирать. Вот тут заводится прямо в зародыше, его убираем. Угу. Все. Шик. Смотри! Шо, урожай! Почти урожай! Нифига! Слушай, ничего себе! Как у меня, елки-палки! Точно, Сережка! Класс, обалдеть! Класс! Ты шо? Мальчик с пальчиком! Балда! Так хватит ржать! Посмотри на эти сливы! Посмотри на эти сливы! Катя! Я надеюсь, ты это вырежешь. Я вырежу это, ребята, я это именно вырежу. Я тебе вырежу, елки-палки. Ничего себе, какие пасынки, ты что, здоровые? Там нам пишут с тобой, что слишком много юмора ниже пояса, Серега. А, так мы молодые ретивые, ребята, так, я вас умоляю. Я тоже так хотела сказать. Да. Как тут с этого не поржать?
Если таки да. Если бы увидели, тоже бы поржали. Ты же показала уже. Так я про перчик. Ты же вырежешь. Угу. Катюня? Что? Ёшкин кот. А тебе не кажется, что тебе пора опять доставать свою газонокосилку? Да, пора. А. Так, надо промульчировать. Вот так вот. Закидать, травички нарвать. Это каунчик. Я думала, сухой надо мульчировать. Каунчик. Смотри, уже идет и цвет. Вот там вот маленький арбузик будет. Ты шо, шикардос? Слушай, это тут прямо наросло. За... Как вода пошла, да? Смотри, сколько травы дал. Я же говорю, что дождь пошел, и оно прям аж заиграло, поперло. Так, еще один каунчик. А дынечка, я видел, где-то уже зацвела. Вот так вот. Все это спрятать в травичку. Ай-яй-яй-яй-яй. И влага останется, и шикардосом попахивает. Сергей, а? Пошли. Вон одуванчиков нарви, настойку себе сделай. Сейчас, да, я тут уже чуть-чуть потолапаю. Все-таки ж дело-то какое благородное и приятное. А? В своем огороде лазить. Все. Абрикоски в этом году не будет, но ничего. На базаре купим черешенка, малинка. Что? Ох, слышь, по времени пора уже казан бульон выключать. Пчелы летают, слышишь? Не они, конечно, розарий, ну. Я что за пчел хотел сказать? Ага. Так я напомню за то, что я в том видео говорил. Ребята, у Александра Васильевича Галушко случился большой прицеп с уликами. Да, захотели себе в Карпатах, высоко в горах, шикарный мед добывать. Там, если вдруг там есть, как это, медоведы, медовики, если у вас там есть что-то есть там лишнее, там с медом связанное, или какие-то советы, вот телефон Александра Васильевича Галушко, интересный, уважаемый человек, эх ты, живая легенда, ёшкин ты кот, ага, пишите ему, звоните, будет такие вам приятно. А если в гости ко нему случитесь, кайфанете. Это все, а? Кайфанете. Оттуда уезжать не хочется. Ммм. Ах, собирайтесь, и брюнеты, и блондины. А я ж ка рыжий, вам будет речь держать ведь нынче. Сонечка справляет именины, а Липованчик будет томат добавлять. Ёлки ты палки, влезет? Марат, влезет. Вот прямо вот столько. Ага. И еще чуть-чуть. Обязательно. От Липована. Все. Ты шо, шикардос такой. Вот так. А Марат хорошо устроился, да? Сидит такой здесь, себе помешивает. Ага. Слышишь? Такие еврейские мансы. Красавчик, а чего нет? Ой, ребята, конечно, борщ борща. Молодой, но очень серьезный намечается. Ты что? Ты аромат того, что у нас вообще готовят борщ постный. Но самое главное, чтобы было именно жареное масло. Понял? На нем просто песня, даже мяса не надо. Но если это еще и с мясом. Попробовал буряк. Молодой. Просто можно кушать, он как сахар. Сахар, сахар, да. Просто сахар. И горошек мы сегодня такой взяли, как сахар. Так, а я снимаю казан. Хотя так красиво, даже не хочется снимать. Все, Любчик, попел и хватит. А куда ты его снимать будешь? Следующий этап. Ну, сюда я поставлю. А вы перец не порезали еще? То, что нам надо, мы уже порезали. Просто мы взяли чуть больше, чем надо, нам надо. Кто бы сомневался. Ай-яй-яй. Катюня, встань здесь. Ты шо, аромат бульона, просто шикардос. Шо, открываем. Говорит, борща дайте. Давление пшик-пшик-пшик-пшик, шикардос. Ай, Марат, Марат. Да не расстраивайся, девочка. Фу. Ой, как пахнет холодцом. Аромат такой, ты шо? Ай, ням-ням. Бульончик. Это первый борщ, который станет холодцом по-любому. Можно? Просто какой-то бесподобный. Можно что, да, снять или покушать? Нет, снять, конечно же, серьезно. А, снять, Катюня, обалдеть.
Короче, друзьяки, скорость приготовления в афганском казане просто зашкаливает. Тихо, тихо, тихо. 15 минут и все готово. Картошечка все-таки целиком. Ты прям все закладываешь? Пойдем. Туда? Эй, Марат, ты мне все дал или то, что я должен положить? То, что ты должен положить. Все, я же тоже так смотрю, что на глаз, даже если было бы больше, я бы больше и дал. Катюня меня сбивает. Так, картошка. Шо? Да, тогда минут 5 под дождем немножечко там побухтеть. А дальше зажарка, бурячок, капуста и борщ готов. И нарезай сало. Оператор. Такой левеняка прошел, короче. Эх ты. Боженька, спасибо. Поставил на паузу. Смотри, что у нас здесь происходит. Та ты шо? Катюша, смотри. Перчик молоденький. Для аромата. Зажарочка свеженькая уже сюда. А ну-ка, дым, не мешай разговаривать. Картошку я не пробовал, но интуитивно я понимаю, что там полный порядок. А иначе и быть не может. Ты что? А ну-ка, 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 ну-ка. Все, а дальше мы его варим как в кастрюле, правильно? Катюня. Ну, Марат, держи кулаки, сейчас сколько влезет. Да все влезет. Мы же мясо достали. Ты его сразу опускай, оно сразу мягкое станет. Да все будет нормально, ешкин ты кот, что вы как этот, блин. Все, нам осталось буряк сюда засунуть, в принципе, да и все. А все, все остальное в рот. В рот. Смотри, ложка сейчас будет стоять у тебя. Катюня, иначе борщ не имеет смысла варить, если там ничего стоять не планируется. А ну-ка, тихо, тихо. Марат, еще можно полкачанчика подрезать? Я сделаю. А, я шучу, родненький, все нормально. Но уже получается просто какое-то загляденье, а не борщец. А еще в такую погоду, ты что, ну воздух, конечно, хочется. Это не Гагры, это гораздо лучше. Елки-ты-палки. Это просто... Тамарат, вы же не навсегда уезжаете, что вы переживаете? Да съездишь туда-сюда, елки-палки, ты что? Едет на 2 недели, а уже скучает. Это самый ненормальный еврей в Одессе, чтобы вы понимали. Все ломятся в Израиль, а это вот так вот ногами запихивают туда-обратно. Кофейка взял, специи вкусники, с корешами увиделся и домой в Одессу. Можно я пойду уже туда в беседку, Сергей? А то мочит меня немножко. Катюня! А. Уже все хорошо, нет дождя. Я хочу тебе просто показать, иди покажи. Так я уже все показала, посмотрела. Да не все ты показала, посмотри, там такие шикарные бульки сбоку заводятся. Маратик, ну вот 5 минут, туда буряк, да, ждем еще. Так вы и же все. Заположили буряк? Нет. А, нет? А и до одного места. У нее дизайны в голове. Плитка там, штукатурка мэй. Переживает она. Ну кто-то же должен в нашей семье переживать. Катюня, переживай за нас всех. Так я этим и занимаюсь. Ребята, там если вам как это надо, и она и за вас попереживает, все будет хорошо. Обращайтесь, да? Да, пишите комментарии, скажи. Дизайн-проект. Катюня, и за меня тоже попереживай. Миланя, хорошо устроилась? Кто, это же нормально. Кто крайний? Мы не переживаем. Ай, щикардос. Так, ну я тут накрывать не буду. Или чего ты? Ну да, вот так вот. Немножечко все. Ты что? Афганский казан можно выгуливать как угодно. В принципе, чем мы и занимаемся, правильно? Мы-то и гриль, елки-палки, не по назначению бомбим. Как угодно. Там, хочешь пирожки, хочешь там... Фаршированная курочка. А потому что когда фантазия есть, угу. Вот и я об этом же. То можно и поесть. Да. Эй! Эх, ты чую-чую, что уже следующим этапом попахивает. ЙОБВГД. А? У-ху-ху. You nobody know. А вот если буржуйку поставить, там есть варочная поверхность. Можно и в доме варить. Ты думал, что у нас в доме газ будет? Не, а что ты смеешься? Не будет, конечно. Так если к этой буржуйке подсоединить котел, то, в принципе, можно и теплый пол буржуйкой отапливать. Если ты, конечно, будешь дрова рубить. Что, ты ей уже сало дал? Не сало, а кусочек хлебушка. Без сала.
Катюня? А. О, бурячок. Последний штрих. Почти последний. Ай-яй-яй-яй-яй. А почему Марат, под решили? Самые помидоры, как я люблю. Что на завтра борща не останется? Потому что мы его сейчас такой вкусный здесь съедим. Лично я 2 или 3 или 4, может, даже тарелочки съем, потому что на самом деле такое я люблю. Ой-ой-ой-ой-ой. А мясо ты в тарелку будешь класть? Да, да, как в ресторане, порционно. А. Вот тебе я, вот тебе и вот. Фасоль вы не положили? Смотри, если красный наливается, мама дорогая. Так, что осталось? Добавить специи. Ай! Что такое? Подуло горячо на меня. А то не лезь. Иванька. Перец душистый? Перец черный. Перец черный. Ну и все. Кукушка, кукушка. Сколько минут до борща осталось? 5. А все, вообще перестало кукарекать, елки-палки. Значит, почти готов. Так, ну осталось теперь, чтобы буряк молодой, да серьезный, окрасил картошечку, чтобы она была такой себе легкая розовинка. Ёшкин ты кот, и шо? И тарели давай, тарели. Цвет ой, уже нравится. Цвет хороший, сало красивый. Сало пошли резать, хлеб. Катюня? А, не умничать ты хотел? Не, я знаю, раз у нас событие непростое, и вообще любое приготовление борща, это для украинцев таки праздник, правильно? Предлагаю вам поменяться ролями. Мамаша, возьмите ребенка. А вы что делать будете? А ты сейчас увидишь. Ну, Марат, Марат, слышишь, у меня уже тут, я тебе говорю, сейчас буду именно делать то, что надо. Катюня? А. Я думал, кто последний штрих? Нет. Эх ты, короче, один на закусь. Да не переживай. Сережа. Это вот сюда, это вот сюда. Не переусердствуй. Так должно быть. Хлобысь, давай, родненький, залезай. И вот прямо вот так вот зеленуху. Не, вы такое видели где-то, Марат? Целую, чтоб резинка туда не залезла, поняла? Смотри, ай, перчик с зеленью там. Аж Миланя запела. Кувырки устраивают. Ну, Марат, сочный, мощный получился. Прямо именно. А, тихо, не стреляй. Я хочу, чтобы это было без резинового вкуса. О, вот так вот. Маратик, смотри. Эх ты. Так, клубника, давай. Отсюда тарелочки шикарные есть. Ай, туда падает. Прямо туда падает. Какой? Да не, все, он не упадет. Он уже уперся. Ты думаешь? Да я уверен. Так хорошо макаешь, все. Сережка? Я профессионал. Угу. Макатель. Макательных дел, да. Еще тот. Что? У тебя что, хлеб закончился? Нет, папа сейчас тебе устроит. Он не закончился, он у него упал. А Гуся? Давай, хлебушек черненький. Девочка моя, на, ты единственная, кто его сегодня ест. Держи, любовь моя. Кушай, приятного аппетита. Вот так вот, ням-нямой. Кого? Да я все хочу, все, давай, делай. Это у карман. Раз, два, так, три, четыре, пять. Перчик. А сальцо какое? А, с доски будем есть, правильно? Конечно. Конечно. И лучок туда. А, ку-ку-ку-ку. Ах, шикардос. Слышишь? Такое красивое. Катюня, оно у ребят еще бесподобно вкусное. Это то сало, от которого люди в нашем ресторане падают в обморок. Ну, именно в хороший обморок. Угу. Это тот случай, когда мы скорую не вызываем. Хотя, слава богу, еще не вызывали. Ты что, под такое? Так, подождите, если я помню, а я именно таки помню. Угу. Хотя есть у нас цибуля молодой пером. Но есть же и молодой уже именно цибуля. Ну чего она ты? Она хочет молодую цибулю. А дай тебе перышко. А что, и можно уже? Ну а что она сейчас делает? Будет грызть, а ну давай не расстраивайся. Скажи, у меня зубы чешутся. Так она что расстроилась, я понял. Она в куртку вцепилась. А это несъедобное. Любовь моя, отпусти куртку, возьми что-нибудь другое. Так, мясо, клубника. Это можем раздеть. Короче, у меня здесь будет картина натюрморт, правильно? Угу.
Вот чесночок ты там достал, я могу вот так вот прямо именно небрежно вот так вот насыпать на сало. Ребята, я сразу дико извиняюсь, если у вас там что-то происходит с желудком, не то. Это все то. Идите в холодильник, уберите что-нибудь. И садитесь за стол. Как там написали, макароны съел, пошел кашу греть. Да, люди смотрят видео, говорят, блин, начал с того, что я уже, говорит, подкованный. Съел макароны перед видео и наполовину, говорит, пошел кашу греть. Эх ты, что, еще? Надо, тут самое главное ничего не профукать. Марат, у тебя есть 50 грамм? Как? Чтоб люди не писали, что борщ без этого даже собаки не едят. Все так нормально, что... Ага, есть. Так, помидорка. А чего нет, если есть? А сметана где, Марат? В холодильнике. Несу. Несы. Мне соль на рану. Что там? А, это Марат. Мясо. Я как будто бы... Сала. Катюша? Да, я уже кусочек мяса съела. Бери, конечно же, бери, моя девочка. Так. Марат, посмотрите на эту картину масса. Уже знаете, и большая, по-моему, не надо. Может быть красивее на природе. Только дождик прошел. Такой воздух. Это чистый озон. А как вы это не цените, ребята? В Израиль вас в каторгу надо. Кто не ценит? Ты шо? Я за это всю жизнь мечтал. Ёшкин ты кот. А ты говоришь, ай-яй-яй, не ценят. Так, там ничего не спряталось, то, что полезное. Так, и детям осталось погрызть. О. Куда опять? Чиполлино родненький. Шо? В нос себе загнала? Сало дайте. Вкусно. Так, прямо вот так вот в костер. Тютя сладкая. Скривилась, не нравится ей лук, но она его ест. Я, конечно, перо люблю, но это... Пальцом. Классика жанра, да, никто не отменял. Ай-яй-яй. Вот сюда, под этот натюрморт, нарежь на своей доске. А знаешь как? Ладно, ты не знаешь. На четверти, я знаю, крупно. Называется пион. Только что придумал. Ага. Чтоб оператору зашло. Это в воду, если положить, он раскроется, как пион будет. На ночь. Что-то у оператора пионы все легли. А я ржал с этой ерунды. Она именно ждала. Пошли а дожди, короче. А что ты за рад, слушай, мне интересно знать. Они такие красивые. Ну, конечно, красивые. Да я от радости. Ржал. С чего ты ржал, интересно? Я от радости. Лошадь, получается, не я, а ты. Так, Андо. Андо. Чего не хватает, а? Строителей зови. Тут можно было много всякого. Клубники. Добавить. Клубники, горчички. Вот это именно, вот только я так украшаю. Класс! Где поварешка висит? Марат, ты макал туда уже усы? Я уже макнул, да. И что, тебе нравится? Мне очень. Последний штрих? Надо выключить уже, чтобы не кипело. Все будет нормально. Ох, какой он красивый. Сейчас я его забычкую. А ну-ка, лейка, поливайка. Сейчас будет дымить. Это спецэффекты. Слышь, ты, Марат, как удобно, видишь? Мне кажется, он никак не наиграется с этим. С 20-литровым бутылем гонять. Он с этим краником никак не наиграется. Да у него вон новая игрушка, он уже сегодня подключал ее. Я вчера с ним вместе. Я мог, правда. Это единственное, что мы вчера купили, Марат, вместо плитки. Ага. Я же не договорил, она мне не дала, короче, рассказать. Гоняли вчера целый день, ну его баню, у кого столько терпения, сколько у оператора. Ходить, что-то шукать, там, сопоставлять. Я бы взял эту белую и для контраста вот ту еще одну подешевле, и хватило бы нам, но нет. У нас все по декору, по фершу. Да, так, где? Эх ты, ну что, дождались? Делай, как ты задумала, так и делай. Ой, Марат, если бы еще я знала, как я задумала. Это лучше всего. Что самое, она же не знает. Импровизация, это всегда классно. Смотри, нет. Катюня, иди дай показать, что с ней то, произошло. Хотел, да? Ага. А жижа там есть? Перчик, смотри, не... Достань. Не растопчи? От греха подальше. Да. Ам. Ребята. Милане говорит, ам. Я все сделаю. Сейчас остынет. Я все сделаю файно. Да? Сереж, куда ты так...
Катя, да он же вкусный, даже с тебя мясо? Он дети смеются. А мясо что туда надо? Марат положить? Займется мясом. Клади туда мясо, добавляй туда сметанки. Слышь, это не картошка, это прямо какие-то яйца Фаберже. Просто так красиво. Так, следующую я сразу положу. Я если бы карасей не жарил, я бы, наверное, рисовал. Да, ты думаешь? Или что они там пишут, не знаю, что делают. Эй, да ты не так делаешь, смотри. Вот то же самое, что ты делал, только оставь это все красиво, так вот именно красота, понял? А, не топить. Не, зачем? А да зачем? А мясо уже холодное. Оно не холодное, оно прогреется парами. Маратик, ты еще сметану не открывал, да? Нет. Я этим делом сейчас займусь. Да ты что? А ты позвал ребят? Да, да, да. Сказали сейчас, говорит, Липованчик, 10 минут, и мы выходим. Почему нельзя горкой просто положить? Ну, будет же красивее. Да потом... все равно же это мешать надо. Ну, понятно, что мешать. Ну, просто это как-то эстетично вот мне со стороны кажется. У себя в ресторане будешь командовать? Буду, не переживай. За мной не постоит. А здесь надо просто есть. Скатерть бы белую постелил. Прям так красиво, что даже куплеты в голову не лезут. Ёлки ты палки. Давай я с крайней начну. А ты что, из всех решил попробовать? Да. Сейчас я уже попробую, возьму Миланьку... Как это? Спасибо Галкиным. Вот в ту штуку. А вы себе спокойно кушайте. Хорошо, Сереженька. Договорились? Договорились. Не забудь Маратику налить. Маратик сам с собой справится, не переживай. Давай уже кушай. Фу. Смачно. Марат, из молодого это просто аж ноздри, что у того коня раздвигаются. Просто шикардос. Хлебушек. Сальца кусочек, ребята. Будьте нам здоровенькие. Вот. О, боже мой. Ароматы так и брызжут из твоего рта. Может, еще что-то засунуть туда тебе? Посмотри, уже прям не влезает же. Покормить? Это разминка перед борщом. Ням. Вы сахар добавляли? Чуть-чуть. У нас буряк сладкий был. Ну, горячий. Так ты возьми и подуй, что ты туда-сюда его челимпаешь? Вкусно? Марат, то, что у меня именно с молодого всего, то, что я мечтал в афганском казане, ребята, борщ готовить можно, даже нужно. Угу. Картошечка режется. Прямо падает. Карпаччо из картошки. А что ты делаешь? Я себе в тарелке делаю то, что я хочу. Что там, тебя жмет где-то? Брызжет прямо. Зачем вы этот стол сюда принесли, дали мне Миланю? Вот как теперь кушать под дождем? Потому что это праздник. И я его всем дарю. Ребята, приятного аппетита. Марат, идите кушайте тоже. Оставляйте Миланю, я иду перехватывать. Что? И папа. Он просто не остановится. И мама кричит. И папа кричит, да? Ага. Ах ты. Мама. Давай, по-братски, иди теперь ты, сделай оценку. Я похожу с Бубочкой. Марат, просто я зашел. Налей себе 50 грамм, чтобы мы соблюли все традиции. Да все традиции, тут такую порцию, это ее можно... Вот тут 50 грамм не обойдет. Не, я что хотел сказать? С виду маленький казан, смотри. Здесь 5 глубочайших тарелок. А, ты переживал, что у тебя 7. Марат, это даже не половина. Тут и маме останется, и в Израиль с собой возьмешь.
Афган Казан, я вот то пошутил, да все нормально, не надо нам 30 литров, вот этого для дома, для такой компании, для хорошей семьи, ну человек 10, а то и 12. Прям как у нас. Да, хватит за глаза. Катюша. А, бросать фильм. Ты будешь как дикая стоять или все-таки подаешь? Хочешь, снимай и кушай, но я рекомендую тебе это делать, потому что... Не, ну я уже жду, когда вы скажете речь вот эту вот, как всем пока-пока, чао. А, это не речь, это уже все. Слушай, а цвет какой получился. Бесподобный. А яйца Фаберже, Марат, какие шикарные, посмотрите. Ну, картошечка там. Ты кушай. Я в предвкушении. Можно я потяну резинку? Конечно. А я за тобой поухаживаю. Только чтобы вам вкусно было. Да, Миланя, терпим. Сереж, качай ребенка. И помидорку. Клубников. А, я думал, это помидорка. Бубочка. Ваше здоровье. Это самый лучший в мире. Украинский борщ. Украинский борщ. Украинский. Какой суп? Чуть по губам тебе, не ай-яй-яй. Ну, это первое. Держи. Ну, первое, да. И что? Ну, ей много лука-то нельзя. Лук таки успокаивает нервы, да? А у нее моторика. Ну, моторика хорошо, смотри, чтобы она им там не переусердствовала. Все, он не может остановиться. Обалдеть. Ну, шедевр. Просто именно шедевр. Очередной. Теперь я точно знаю, что из молодого таки нужно готовить борщ. Подожди, я еще сало. Все такое яркое. Эй, попробуй по-любому. Все яркое, особенно пион. Катюня, ну ты любишь белые пионы? Угу. Но если его аккуратненько примотать вот туда, ну никто же не догадается, что это цибуля. Что? Mm-hmm. Mm, а сочная какая? А там уже нету ничего. Узнали, что мы готовим борщ? Не-не, ребята, всем не хватит. Я еще в Израиль должен. Души, короче, друзьяки, эти души с хорошим настроением для вас сегодня, ну, сотворили очередную мечту. Выгулили этот замечательный казан, одесский липован. И что? Ребята, идите сюда. Да. Идем руки. А Марат им подержи. Давай. Он держит только не на ноги. И у меня там огурец растет. Так что поливайте его. Ой. Сало. Скажи, у вас все за рулем, да? Ну вам же нельзя, я понял. Чистая провокация. Ваня, выбирай любую. Тут куда ни ткни, везде надо будет сюда руку потянуть. Это вот это первое на меня. Все, первая твоя. Вот ничего. Согласен. Это вот угощение, потому что оно надо. А Сережка меньше не умеет. Я вот сюда. А потому что для людей, как для друзей, понимаешь? Нам же так и пишут комментарии. Ребята, вы такие готовите праздник. Ага. Мешай на соль, на перец, не знаю, все остальное можно подыграть салом. Катя. А Катюня снимает, у нее все нормально, вон ее тормозок лежит. Она снимет, подождет 15 минут, пока никто в обморок не брыкнется, а потом начнет наяривать. Ты забыл только одну фразу сказать, Сергей, чтоб я уже пошла кушать. Какую? Приятного аппетита? Спасибо, любовь моя. Марат, он издевается. Издевается. Я знаю, я издеваюсь. Потому что мне очень вкусно. Приятно. Сало бесподобное. По рецепту Катиной бабушки. Борщ. Попробуй кайфани. Борщ Марат с Израиля рецепт привез. Продукты купили сегодня утром. Кстати, здесь все молодое. Да. Морковки, буряк, все молодое. Ребятки, вот все оно здесь, смотрите. Все свеженькое, все молодое, картошечка молодая. Никто не сомневался. И это просто взрыв вкуса. Благодарствую. Ваня, цибулька. Спасибо. Лучок, сало, чесночок, и это обязательно. Вот это вот. Пион. Чиполлино. Ну, конечно, снимай, вы же не сказали пока-пока, чао. Это оператор сегодня неправильный, или мы сломались. Специально для тебя. Всем пока-пока. Чао.